Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Delirium Play, и мы продолжаем проходить Resident Evil 4 ремейк. Так, мы с вами в прошлый раз немножко постреляли. Я хочу сегодня, так сказать, завершить там текущие уровни. Да вот я и пришел, да. Так, я тут понял, что надо убить всех пиратов, видите? Тут надо все и всех поубивать. Тогда нам дадут вот этот еще жетон. Так. Только насчет черепов я не знаю. Но пиратов убить надо все. Вообще все. Блин. Ну, сейчас посмотрим. Ну, я вроде всех убил. Так и непонятно, за что этот жетон дают. Блин, давай еще промахиваться. Блин. Так, сейчас. Еще будем промахиваться. Да блин. Да и хрен с ним. Так, ладно, давайте следующее. Посмотрим, что там есть. Тут уже винтовочка. Так, матросы. Так, там он ходит. Двоих прям. Чётенько. А то. Так, тихо. Ага. Так, тихо. Там был один, он пробежался. Ну-ка, что у нас? 5 из 10, значит, там, походу... те, кто бочками закрывался, у них были эти черепки. Так, ладно, давайте получим, что там. Так. Солдат с динамитом. Так, плюс 30 шанс. 30% шанс бонуса при создании прикрепляемых мин. Ага, классно. Так, давайте еще разок. Three, two, one,
он без этого был. А, так. Косяк. Так, значит, кто в бочках, а не без этих. Так, тихо. Есть! Так, ну и что у нас? Там, да, был один ящичек, он проехал, падла. Но зато мы еще два жетончика. Или один, сколько там. Там в начале ящичек едет. Так, что мы тут получаем? А, так, доктор Сальватор. 20% шанс при создании патронов для винтовки. Круто. Давайте еще разок. Короче, первые в бочках, они не это. Без черепков. Так что их можно легко убивать. Давай. Так, внимательно. Давай-давай-давай. Так, надо сейчас сразу внизу. Ах, так, можно сразу заканчивать. Тихо. Все, что ли? Ну все, красавчик просто. Тут по-любому. Так, а сколько у нас жетонов-то? Нам не хватит на это-то? Ага, по одному. Никуда мы ничего не уходим, все нормально. Так, а здесь уже им пистолет и винтовка. Ну давайте попробуем. Так. That's it.
Нет. Так, а как бы нам... Ага, 1-2, все понял. Вот он, козел, спрятался. За черепком. Блин, вот тут даблкил-то не надо. Ништяк. Давай, давай. Есть. Так, я надеюсь, ты не с этой. Блин, а? Штраф. Ну, блин, давай еще будем молоко покупать, называется, в которое мы стреляем. Леон, ты бухал, что ли, сегодня? Ну тут по-любому винтовка. Надо так... Есть! Козел. Да ем, бля, вот это вот уже это под как она называется? Это уже заподлянка, то что вот он, они вращаются, ты еще и в череп должен попасть, охренеть. Ну конечно, блин. Все вовремя, ё-моё. Все, заряжай, падла. Молодец. Вообще ни по кому не попал. Спасибо. Ну, тут я просто не успел, тут надо еще троих. Так, ну ладно. И три жетона, блин. Но это дальше, потому что там надо дальше еще мочить всех. А, вон оно, вон, видите? Падла. Ну, конечно.
Вообще молодцы, ребята, называются. Тот он танцующий, блин. С черепком, оказывается. Поторопился. Попал. Да, интересно. Но уже побольше с этих пиратов убил на одного. Так, давай вот это. Да никуда не ухожу, чувак, ты чё? Так, солдат с динамитом, 30 шанс бонус при создании прикрепляемых мин. Ага. Лучше б Эшли поставили. Ну ладно, хрен с ним. Давайте на черепки акцент делать. Забыл, что тут можно перемещаться как бы по тиру-то влево-вправо, так что... Да конечно, блин, я не попал, да. Да, короче, тут надо... Да, третий посложнее будет. Давайте немножко вправее отойду. Вот этого сначала грохнем, мальчика. Ага. Так, тихо. Жестко. Three, two, one,
На! Они бы еще пообнимались бы, эти моряки. Тогда бы я точно бы попал. Есть. Все, ништяк, все прям четенько хватает. Так, одна тур, у нас же есть альт. Да ты чё? Так, заряжаемся. Я хрен его знает, что будет сейчас. Ох, ё. Чё, как плохо-то всё. Ну ладно. Одну не нашел черепок где-то, но неплохо. Уже хорошо. Я просто что-то про альт забыл, блин. Что у нас есть прицел. Чувак, я никуда не ухожу, все нормально. Я без... Даже один патрон остался. Это хороший показатель. Так, все внимательно. Да? Типа ты спрятался, да? Да блин. Теперь заряжайся. Так. Я, наверное, просто, наверное, в черепки-то не попадаю. В некоторых моментах. Как бы по этой мухе-то попал. Ну да, я, наверное, вот, мне кажется, в последнем моменте я просто не попадаю в черепок там. Я попадаю как бы по летающей, но по самому черепку не попадаю, как бы по мишени. Так,
Тихо. Нет, я вот не знаю, как, может они тоже, тут надо их в центре как-то смешать, тогда получится. Ну-ка, надо экспериментировать. Так, тихо. Ну, конечно, блин. Да не то ты заряжаешь, блин, давай. Вот теперь можешь заряжать. Так, все. Сейчас попробуем, может. Вот первый точно надо их вместе сложить и черепок и все такое. Тут можно по очереди. Вот здесь вот сейчас интересно. Ну-ка. Все, ништяк. Ага. Так, чувак, ты мне мешаешь. Да, блин, чё ты, Дим... В натуре, блин. Как будто автобуса ждёшь. Блин, вот эти вот бегущие ребята меня... Уэлл. Чуть в матрёс не попал. Так что надо, когда бочка и пират, надо их это вместе как бы перекрещивать. Вот сейчас будут. Надо сейчас просто спокойненько. Черепочком. По почкам. Тогда еще. Так, все, семерка я видел. Все, мы собрали все черепки. Щит. Давайте по этим постреляем. Они подороже. Ну и все. Я считаю, красиво. Все, мы все сделали. Ура! Обязательно. Оп. Так. Это Дон Педро, блин. Натуре Педро. Так, 40 эффективности лечения с помощью гадюк. Так, а это? Ч-ч-ч. Дон Педро, блин. Так, 15% шанс бонуса при создании патронов для дробовика. Угу. Так, а что, мы все прошли, да? И получается, вот эти жетоны даются, когда мы... Ну-ка... Вот это я не понимаю. Ну ладно. Так, ну ладно, все, мы... Все сделали. Я считаю, хватит нам. Пора уже сюжет знать. А то что-то мы тут... Я так понял, дальше там тоже будут стрельбища, как в оригинале. Там в замке, там еще где-то там. Будем дальше собирать всякие брелочки. Так, куда нам вообще идти? Ну, как бы нам показывают вот сюда, вот через так. А вот тут вот есть лесенка. Сейчас, погоди. Тут
тут еще и сундучок. Че, шестигранная деталь? Ну, это, я так понял, сюжет, да? Деталь А. Ну-ка. Да, есть такое. Камень шестиугольной формы с уникальным узором. Угу. Так, ну-ка, а что у нас здесь? Так, тут у нас бочечка есть. Ну, я скажу, эти стрельбища все равно полегче, чем в оригинале. Намного легче. Так, ну-ка. А, тут нужен маленький ключик. Тихо! Где ты, падла? Я ж тебя найду. Блин, он прям где-то рядом. Он, наверное, где-нибудь на козырьке может быть. Вот, видите, тут. Что там? А, бочечка какая-то. Я не буду стрелять в воду, я знаю. Даже здесь. Да он, наверное, на козырьке. Сейчас мы подымемся и посмотрим. Тут что-то и не видно ничего. Блин, теперь вы меня заинтриговали. Может туда гранату кинуть? Ну, Леон, как всегда, все видит в темноте. Я уже 100 раз это говорил. Он у нас хищник, блин. Так, может попробовать кинуть туда гранатку? Сейчас давайте я сохранюсь сначала. А то жалко будет просто так гранату. Так, ну-ка. Так, нам как-нибудь вот так, что ли. Дай-ка еще. О! Так, значит, я понял, сейчас. Сейчас мы загрузим. Так, вот это. Не, может, есть какой-то другой способ. Может, я не знаю. Ну, я понял, где он примерно находится. Может, нам надо отойти. Сейчас попробуем. Я просто не хочу гранаты тратить ради этого. Так. А давайте попробуем. Вот мы... Сейчас. Так, он где-то, я понял. Я понял, что он где-то на козырьке. Это точно. Где-то на козырьке, но надо же как-то видеть его, получается. А я его не вижу. Ну ладно, я понял, куда примерно кидать. Сейчас попробую. Сейчас еще раз кинем просто одну уже. А не все. И будет все нормально. Так, ага, я понял, куда примерно кидать. Где-то вот здесь. Нет? Блин. Да ну. А я не понял, он уже что, подобрался, что ли? Ну да. Больше его нет.
Получается, он как бы подбирается, но вне зависимости. Сейчас еще раз проверю. Ну да, больше скрипа этого скрежета нету. Значит, мы его типа подобрали. Ладно, все, понял. Так, ладно, давайте уже на сюжет. Вот это. Так, что там? Сюда нам, да? Да, нам еще надо стрелять эти медальоны. Бинокль. Так. Озеро. Романтика. Так, тихо. Это они того копа скидывают, которому горло перерезали в начале. Не которого сожгли. Ой, а он уже обезглавленный даже. Они его уже обезглавили. Блять. Так. Ага. А тело сейчас... Опа! Что за хрень? Это хрень, с которой мы потом будем сражаться. Так, все понятно. Что ничего не понятно. Так, спрыгнуть. Если надо заправить лодку, топливо для лодки хранится рядом с горючим для генераторов в производственном здании рыбопитомника. Бери не больше, чем тебе нужно. Так, тут можно спрыгнуть. Так, а это что за пещерка? А, рыбопитомник как раз. Где нам надо, собственно, топливо и взять для лодки. Ой, сейчас тут будет, блин. Я так понимаю. Мы сейчас за это топливо будем убивать. Ну, конечно, но... Мать вашу. Так, надеюсь, тут под... А, уже идут кто-то. Я уже слышу. Но я готов. О, свинота! Я помню тебя. А, нет, не свинья, это корова. Ну, буренка. Я хотел уклониться, но господин Леон перезаряжался. Так, ну-ка. Да блин, когда мне этот Е-то нажимать? Да не то, то ты делаешь, чувак. Есть. Так, вроде мы его убили. Так, там есть лечение. Ой, опять эта дура, бля. Безбашенная. И так безбашенная, она сейчас еще и... Травки, что ли, поесть? Ну, конечно. Есть. Ха. Ха, вот тебе и ха. Блин. Так, одна гранатка осталась. Ну ладно.
Лучше, чем ни одной. Так, надо сделать еще патронов, мне кажется, для дробовика. Так, это для чего? Так, ПП, винтовка, стрелы. Ага, ну нет, нам давай попроще. Вот так хотя бы. Так, медальоны я не забываю, да. Блин, а? А мне что-то вначале показалось, когда этот появился, что у него голова свиньи. А у него голова коровы. Ну, конечно. Где ты, падла? Ох, да, так, да. Типа ты умеешь стрелять, да? Прикинь, я тоже умею. Только херово, но умею. Я думал, арбалетчики появятся позже. Где-нибудь в замке. Да где вы все базарите, а? Ну, конечно. Сам имбецил. Ну-ка. Ха-ха, я знал, что это работает. С паразитами. Не-не-не-не-не. Это вы достали. Да убивай ее, дурак, блин. Конченый, блин. Вот через ДБК ее миссии. Блин, ну что-то какие-то добрые все тут. Или это я злой? Блин. Все-таки на паразитов вспышка работает, как в оригинале. Так, а мы... О, здоров. Ты что тут делаешь? Ты мой квест. Если что. Так, а у Леона здоровечко-то восстанавливается, да, периодически? Или как? Ну-ка, если постоять. Пока непонятно. Так, мы откуда вообще пришли? Мы, по-моему, отсюда где-то пришли и упали. Да, вот мы упали. Немножечко так. Блин, я бы змеёй, конечно, закусил. Но награда интереснее. Ладно, сейчас что-нибудь. Все равно что-нибудь да найдем. Не может такого быть, чтобы тут ничего вообще не было. Так, винтовочка. Порох. Так, гранаты, да. Где? О! Здоров. Сколько тут змея? Ну да, тут были змеи просто так даже, без всяких коробок. Может мне одной закусить все-таки? Все равно у нас их много. О! То он бедный сейчас сдохнет просто. А так хоть это. Да? Давайте. Тут это бомба, да? А
Ай, стол. Да ё-моё. Опс. Я умер, да? Ну ладно. Блин, а чё, опять сначала всё? Всё вот эту рыболовню всё сначала? Может, не надо? Хотя бы с серединки там. Так, это... Ага, ну, ну сначала, короче. Ладно. Да кабанчика сразу закидывать гранатами. Хрюкало это закидывать сразу. Да какой ты... Present for you. Типа уклоняться только когда мне предлагают это, да? Ладно. Не кабан так она. Присев. Ты так присядешь, блин, без всякого присева. Так, падай, буренка. Блин, даже он до того дошло, что ему больно, а тебе нет. Так, умираем. Ну, ну в этот раз получше я. Без потерь, так скажем, физических. Здрасте. Ты мой квест. Так, тихо. Давай, у кого
точность лучше. Тот же. Давайте все, чтобы никто меня не окружал, все будут идти через одно. Вот ты откуда? Блин, козёл, а? Ну, конечно. Умираем. Самое сумасшедшее, блин. Мне никогда не нравились ножами в четвертой части. Они самые сумасшедшие. Так, давай подлечимся немножко. Ребят, ну не стесняйтесь, чувки. Воу. У тебя голова отсутствует, чувак. Так, ты хочешь меня поджечь, да? Все, прут и прут. Не говори-ка. Иди нафиг. Падаем. Все прут и прут. Так, оп. Так, у нас пока одна кобра. Тихо. Где-то тик-так. Где? Где ты шипишь, падла? О, еще одна падла шипящая. О, так. Я так понял, тут все нормально, да? Украшение не испортится. Старая курительная трубка. Давай посмотрим. Ну, она такая, да. Курительная трубка, трубка филигранной ручной работы, можно продать торговцу. Обязательно. А вон пискаля. Песеты. Так, что у нас вообще? Тут где-то у нас, да, медальончики надо собирать еще. Давай-ка тут посмотрим. Где-то вот, то ли в этом домике, что ли. Ага. Так, два уже. Один мы там где-то в начале забрали. Так, один где-то там наверху будет, а второй вот, где мы сейчас были, получается. Где-то вот здесь. Да? Да. Где-то он тут, короче, сейчас.
Так, давайте аккуратненько, а то я боюсь уже, блин. Ага, вот видите? Поэтому аккуратненько. Пип. Так, он, наверное, где-нибудь... Ну-ка. Он где-нибудь, наверное, вот тут, наверное. Сейчас гляну. Так, странно, он вроде как бы совсем рядом, но я его не вижу. Погоди. Ну, где-то прям тут что ли как-то. Или он за забором там. Так, а там вон можно пройти, кстати, что-то. Там сундучок какой-то, да? А, вот он, под мостиком. Так, еще одна шестигранная деталь. Так, что у нас получается? Угу. Так, тут можно подняться. Опять меня эти большие вороны пугают своими размерами. Дай писет. Где? Где ты, шипучка? А, вон ты сидит. Готова нападать. Так, это что у нас? Тут у нас квест, да? Так, тихо. Ключик, отлично. Где-то ж мы там видели, да? А, на этом было, на стрельбище. Ну, не на самом, конечно, стрельбище. Рядом с машинкой был маленький ключик, я помню. Надо будет сходить обязательно. Бам! Так, 10 патронов. Так, тут где-то медальончик, да? Прям над нами или под нами. Сейчас, погоди. Ну-ка, дай-ка гляну. Он, наверное, где-нибудь висит здесь. Воу! Как ты быстро прыгаешь. Да кто? Откуда ты, мальчик? Опа! Это я пробил случайно, да. И как видите, не зря. Так, умираем. Не-не-не, умираем, я говорю. Без этого. Ты типа стрелять умеешь, да? Кстись, мать. Арбалет это не твое. Ты еще жива? Блин. Не, она все-таки умеет стрелять, в отличие от меня. Ну, наконец-то. Че они появились-то, я не понял. Так, мы все-таки там не добрали немножко, да? Ну, сейчас вернемся. Так, мы тут все расстреляли, да?
Так, и один получается где-то, где лодка, что ли? Медальон остался. Так, это я того арбалетчика замочил. Блин, фу. Я что-то вообще забыл. Так, давайте одного сожрем. Или травку. Нет, травку я не хочу. Травку я потом лучше смесь какую-нибудь съем. Блин, а. Вот дураку-то повезло, называется. Я уже думал, все, сейчас помру нафиг. Так, нам вот сюда надо спрыгнуть. О, как тут богатенько. Нормально. Ни один предмет. Так, ну я больше не знаю. Больше тут исследовать нечего. Только вот пойти за квестом. За сюжетным, так сказать, предметом и все. Да он что-то еще пищать начал, а бомба прям чуть ли не при в этом. Как я начал подходить. А, вон канистрочка. Так, аккуратненько. Ну его нафиг. Где? Я тебя слышу. Не, я тебя по-любому слышу, змея. О, яичко. Так, канистрочка, да? Угу. Топливо для лодки. То, что нужно. Ну да. Она, наверное, где-нибудь тут ползает. Где ты, падла? Ага. Наше лекарство. Так, ну... А сокровища я так и не нашел. Сейчас. Оно, наверное, где-нибудь висит. Ага, точно. Серебряный жетон. Серебряный жетон. Это ж вот этот, который, да? На стрельбище получить приз. Нифига себе. Ну ладно. Давай, давай, давай. Так, может нам торговцу пока вернуться? Мне ему столько много надо сказать. Рассказать. Gunrod, welcome. Wielding, what can I do you for? На. Одну. Пока. Отлично, ты профессионал. Так, дай-ка я у тебя, знаешь, что куплю? Не прицел, а травки, вот, блин. Так, и остался только лазерный прицел, да? Так, у нас что-нибудь есть? Комбинировать? Ничего. Так, давайте что-нибудь еще продам. Так, я тебе продам трубку. Бархатистый и... И все. Больше мне тебе нечего продать. Угу. Ну, короче, всякие фигурки. Так, все, продаем. Трубку и вот этот самоцвет. Good things on sale, stranger. Так, давай почини мне нож. И сила. Во, все, нож теперь классный. Так, давай. Блин, а больше ни на что не хватает. Даже дробовик ничего не хватает, да? Ладно.
Ну, я зато нож, главное. Так. А у тебя ничего нового нет, да? Все, спасибо. Так, давайте пойдемте дальше. А, да, так. Так, а почему я здесь не взял? Ну, погодите. Сейчас я посмотрю быстренько. Тут вроде недалеко идти. Так, тут я все взял. А, святилище, все. Вопросов нет, все. Все. Там же так и написано. Так, все. Тогда мы сейчас вот этот маленьким ключиком откроем. Где она у нас тут? Вот это, да? Давай. Часики медные. Медь. Надо сдать ее. Ну, какие красивенькие. Только, наверное, самая единственная проблема... Они окисляются. Их надо, так сказать, полировать, чтобы они это зелеными становятся. На, часики тебе. На, не ори. Так, давайте-ка я еще прокачаю пистолетик немножко. А, не хватает, да? Так, а может что-нибудь дробовичка? Нет, тоже не хватает. Ладно, подкупим. Так. Ладно, все. Уходим. Надо заправить лодочку. Вот, видите, тут получается озеро. Тут он что-то даже есть в нем. И вон туда мы надо будет поплыть, чтобы забрать все оставшееся. Так, ладно, давайте на озеро. Надоели мне эти все рыбацкие хутора. Так, это что? Так, тихо. Песеты. О, травка. Ну ничего, я тоже купил травку. Ага, хрен там плавал, да? Ну мы сейчас смешаем травки тогда. Давай вот эту. Что-нибудь еще, да? А мы сейчас что-нибудь создадим. Мы сейчас дробовичок создадим еще. На всякий случай. Не, кухонный нож я возьму. На всякий случай. Так, больше. Так, тут что-то где-то, что-то. Какое-то сокровище, да? Запертое сокровище. А, ну вот мы как раз собирали эту фигню всякую. Так, ну тут, наверное, непросто. Так, а что-нибудь надо, наверное? А, наверное, по центру надо еще найти. Мне кажется, вот сюда еще. Вот, в серединку надо вставить, и тогда уже будем там что-нибудь собирать, да? Ладно, значит, не до конца еще. Так, тихо. Тут где-то что-то... Где-то медальончик есть. Сейчас мы... Так, еще зеленая травка. Давайте ее сразу смешаем с желтенькой. Блин, Леон, ты действительно все видишь, а? О, красненькая, блин, ну все прям. Бомба, это называется. Бомба-смесь. Так, все, да? Так, что у нас в шкафчике? Патроны пистолета, так. Так, сейчас.
Не пойму просто, где, в какой стороне у нас располагается медальон. Здесь где-то, да? Сейчас пока я пока не я в озеро стрелять не буду, я обманал. Пока улов не удастся, я все последний. Все, так усё. Так, это лодка. А это закрытое сокровище, да? Так, больше тут ничего нет. Каких-нибудь еще ништяков. Ладно, поплыли что. Ох, сейчас будет весело, блин, а. Так, нам вообще куда так-то? Нам показывают вон туда. Все, я понял. Давай лодочку. Полная показывает. Так. Вон замок уже, кстати, видится. На горизонте. Сейчас тебе будет, Леон. Да ну. Китайское говно. Да? Опа. Кто-то толкается, да? Цепился за него якорем. Так. Ну, как по классике, да? На. Рыбка золотая ты моя. Так, увиливаем. Я понял. Я этим и занимаюсь. А, уходит, тварь. Так, давайте. Я уже это... Блин, красиво сделали. Так, все, эпично. Так, тихо, уходим, уходим. Ой, я вижу, вижу. Блин, клюет. Так, тихо, тихо. Он сейчас может напасть, так что лучше сразу в сторону куда-нибудь уходить. Ага, сейчас будем искать его. Целиком сожрать решил. Давай, давай. На тебе. В рот он тебе. В Роттердам. Так, где ты, тварь? Вау! О, тут даже у лодки жизни есть. Только сейчас заметил. Так, тихо. Блин, а? Клюет в натуре. О, не-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 
ну его нафиг. Она меня специально сейчас будет гонять по этим деревьям, ё-моё. Чтоб я убился. Да, я знаю, что вас скушают, Леон. Блин. Так, ладно. Не, он прикольный, прикольно. Хозяин озера. Вражеские атаки. Так, и столкновение препятствий наносит урон вашей лодке. Получив определенное количество урона, лодка опрокинется. Маневрируйте, чтобы избегать атак и препятствий. Так, давай пропустим. Бросьте это дело. Так, тихо.
can swallow me whole, huh? Я еще покидаю, что тут у меня. Блин, это я не проглядел. Хо, еле отплыл. Ну, молодец, она вон плавает между деревьями. Вау! Ты золотая внутри рыба. Ну это уже я виноват. Не тут. Блин. Да, что-то тут сложненько, чем в оригинале там. Давали бы какой-нибудь этот ремкомплект, там лодку пока бы ремонтировал там. Чтоб она не опрокинулась. Блин, надо куда она сворачивает, и мне туда же сворачивать. Как так? Она влево идет, я влево иду. Да конечно, блин, вот прям я реакция, блин, звездочная. Твою мать, сейчас умрем опять. Ну так ремонтируй ее. Знаешь. Есть. И мы умерли, да? Но я успел в нее попасть. Блин, я не думал, что она будет такая сложная.
Тихо. Ну, хочешь напасть? А, нет. Опять ушел. Давай левее. Все правильно. Ух. Страшно, очень страшно. Че, опять ушла? Куда ты делся? Роттердам, блин. Пипец, у нас пиявка, блин. Да не говори-ка. Тоже об этом думаю. Он быстрее стал, да, мне кажется, нас вести. Тихо. Уходим, уходим. Это уловка. Наверное. Вау! Да ну, все что ли? Большой мальчик. Хоть бы золото за него дали. Все. Тут Леона не утягивает якорь на дно. А, паразит. Паразит. Он же паразит. На. Все. Спать нафиг. Ну да, сейчас ночь будет. Все, мы завершили третью главу, да? Так, давайте. Ну, давайте сохранимся. Угу. Да куда ты, не туда? Ладно, потом. Так, все. Поехали дальше. Сейчас, наверное, сегодня закончим уже. Жертвенный Агнец, ты примешь нашу святую плоть? Все начнется сейчас. На рассвете ты тоже станешь одним из нас. Обретешь мой священный дар. Навеки. Плохой сон. Вон бочечки какие-то, кстати. Надо пособирать их. Так, ага, нам показывают, куда надо плыть. Он, а, он сам доплыл. Так, а плавать можно, да? Ну да, как бы. Разговор. Гнездо, это Кондор 1, как слышно. Кондор 1, ты 3 часа не выходил на связь, как ты там? Прости, я в норме. Это не повторится. А церковь? Как раз ищу, чем ее отпереть. Поняла. Хорошо, ты цел, отбой. Так, глава 4, да? Найдите ключ от церкви. Так, все понятно.
Прощай, посудина. Ну тут... А вот смотрите, тут будет вон еще лодка. Так что мы будем плавать по-любому. Вон озеро, вон там вон какой-то утонувший корабль. Ну-ка давайте еще посмотрим. Да, большой тут вот, вон там еще какое-то сокровище. Вон, еще какой-то заплыв. Ну, короче, мы вот сюда хотели так-то, да. Ну ладно, мы все исследуем. Так, давайте, я не знаю, что, сохранимся, может, или что. Может, тут какой-нибудь торговец есть? Нет? Так, ну ладно, давайте на сегодня закончим. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего доброго.